С 12 по 18 апреля на дорогах Одинцовского округа проводится комплексный профилактический рейд «Пешеход». Его главная цель – пресечение нарушений правил пересечения проезжей части и предотвращение ДТП с участием пешеходов. Госавтоинспекторы призывают всех участников дорожного движения быть максимально внимательными и взаимовежливыми. От этого зависит здоровье, а порой и жизнь людей.